Мы находимся на самой южной точке острова Самуи. Отсюда уже, если внимательно посмотреть, то можно увидеть Австралию и Новую Зеландию. Мы тут взяли с собой связку бананов, переспелых, прям очень вкусных, маленьких. Любуемся на волны, шум прибоя. Волны высокие. И дно каменистое. Видны вон скалы в отдалении. Так что купаться противопоказано. Очень приятное место посидеть, подумать, полюбоваться природой. Видны камни. Волны, конечно, шикарные. И прям издалека так идут. Ань, ты видишь? Ань, волна вот идет. Такие прям подходят, подходят. Почти аж до нас. Закатывают.